В городе трудовой доблести Каменске-Уральском в половине седьмого часа вечера, то есть еще сильно засветло, на перекрестке Исетская-Каменская, что возле горбольницы, прямо на зебре приключился неравный шестиколесый бой с участием Рено Логана и велосипеда Black One. Уверен, все зрители догадались, кто в этом замесе пострадал, осталось узнать, кто виноват, что делать и какого фига. Декорация такая. По тротуару, по вдоль улицы Каменской, от горбольницы в направлении Римского фонтана, катился 19-летний парень на бюджетном красно-белом велобайке Black One, по-русски говоря, черный кол. В нескольких метрах от перекрестка с Исетской, читай, с зеброй, байкер остановился и даже как бы полуспешился, оперевшись правой ногой в тротуар. Но пропустив два болида, он сел на велик и по зебре поехал, не спешившись и не ведя аппарат за рога, как то предписывают правила 2D. По словам велоюноши, он перед выездом на дорогу убедился в том, что машин в ортогональном направлении нет. Ну, то есть он-то убедился, ему-то показалось, что машин нет, но это был обман зрения. Потому что в этот момент по Исетской катился белый Рено Логан 2007 года выпуска, пилотируемый дамой 1992 года выпуска. Ну, в смысле рождения. 31-летняя реноводка со стажем руления 11 лет, с нулем в графе нарушения ПДД, трезвая, обремененная, позже объяснила гаишникам, что такую крупную конструкцию, как человек на велосипеде, она в 3 метрах от зебры не заметила. Байкер выскочил на пешеходный переход слишком для нее неожиданно, да еще и на большой скорости, хотя он только что тронулся. Она применила экстренное торможение, но расстояние до байкера оказалось небольшим. В общем, она не успела и снесла велосипедиста на зебре. А все потому, что она начала тормозить не перед пешеходником, а непосредственно на нем, а байкер не спешился. Ну, то есть оба косанули, однако в больницу отъехал только сипедист. Лечебница находилась в нескольких десятках метров от места замеса, но в этот ли корпус увезли покалеченного байкера, сие неизвестно. 18:30 на нерегулируемом перекрестке улицы Исетская, Каменская, в районе дома номер 15. По улице Исетская водитель автомашины Рено Логан 92 года рождения допустил наезд на велосипедиста 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, заранее не спешившись, в результате чего велосипедист получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу города Каменска-Уральского. По итогам замеса на зебре, реноводке гаишники выписали 12.24 КОАП. Это нарушение ПДД, повлекшее причинение здоровью потерпевшего вреда легкого или средней тяжести. То есть байкер при ударе зашибся не тяжко, не на уголовку. А эта административка предполагает штраф до 5000 или лишение до года. Кроме того, гаишники нарисовали автопилотке еще 4 административки. За пленку с низким светопропусканием на лобовухе, за неустановку красной треуголки при аварийной остановке, за несертифицированное тягово-сцепное устройство и за отсутствие полиса ОСАГО. Не оставили гаишники без административки и сбитого байкера. Ему вменили 12.29, часть 2 КОАП, нарушение ПДД велосипедистам. А это 800 рублей штрафа. Ну, в общем, оба косанули и оба за это заплатят.